Заехали в знаменитый супермаркет Матрешка. Взяли по котлетке, вернее, я взяла, муж сидел на улице, не хочет заходить. Ай. Babe, open the fork, please. Open the fork. Котлета улетела. Ну, на двоих по котлетке взяли рис и салат из свеклы. Thank you. Разговоры мои. Да? Еда была отвратительная. Котлеты соленые, рис недоваренный. Какой-то, фу, даже не хочу рассказывать. Даже не хочу портить ни себе настроение, ни вам. Мы вообще выбросили эту еду из матрешки в мусорку. Пришли попить кофейку. О, мой любимый. Вот это мой... Remember my cookies? Do we have that? Can we have the two of those? American coffee? American? Yeah. Такую красоту я себе заказала. Надеюсь, что в этом ресторане вкуснее, чем в том, в котором мы только что кушали. И муж тоже сидит, говорит, почему такая еда невкусная? Я говорю, не знаю, не умеют готовить. Попробую, что я заказала. Какой-то мусс. Да, look good. Вкусно? Да? Eatable. Very eatable. Thank you so much. Кофеёк взяли с собой. Хорошо, что и попросили в таких чашках. To go. Зашли в сувенирный магазин. Куда бы мы ни ездили, мы всегда привозим с собой магнитик. Look, babe. Like Argentina drink. They call it mate. Да. Ай, мате. Ну, возьми себе такой. Look at you. Да. For the shot. For the shot. How much is this? Yeah, so cute. I'll pick one magnet from where? Miami Beach. So where? The shot glass right there in the front of you. Thank you. Oh, look. Yeah, it's too much. Да? What about this, Maya? Take whatever you need. Which one look good? The green or the red? Well, red. This one, right? Yes. $6 magnetic. No, baby. Those color. Да, baby. Three for 15. $6 each. But no, look nice. It's gonna look nice in the fixed stand. Look, you gotta put all the way down there. I know my bed are gonna fight him every day. They have more here, look. No, 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 I don't talk about those. They look good. Эти небоскребы, конечно, шикарные здесь. И вот там на крыше растут пальмы. Ну вот интересно, как они там выживают? Как они там растут, а? Вид здесь, конечно, обалденный. Сегодня я себе сама нравлюсь. Мы приехали домой, приняли душ, переоделись. Я одела юбку новую, которую мне муж купил. И мы едем. Знаете, куда мы едем, ребятки? Вторая попытка у нас попасть в дом Версачи.
Вообще, это, конечно, очень знаменитое место на Ocean Drive. Все туристы хотят туда попасть. Мы вчера не попали. Меня не пустили туда. Представляете, у них дресс-коды, меня не пустили из-за... У меня были пляжные шлепанцы. Ну, вот в таких шлепанцах можно, потому что это не пляжно. А я была, ну, в таких, очень даже пляжных. Поэтому нас не пустили. И мы сегодня уже знаем, что у них дресс-код. Вот так я выгляжу. Мне так нравится мой сегодняшний аутфит. Белая футболочка. Вот эта юбка, конечно, классная. Муж у меня молодец. Вот теперь я знаю, как ездить на шопинг, как выбирать вещи. Брать с собой моего мужа. Такую классную юбку он мне нашел. Все, он меня ждет внизу. Хватит прихорашиваться. Волосы не улаживала, как там, не знаю. Ой, я в отпуске. Помыла просто волосы, нанесла кондиционер и все. Пришла к мужу. У него ж челюсть отвисла. Говорит, как ты классно сегодня выглядишь. Спасибо за комплимент. Не может на меня насмотреться, уже 100 фотографий сделал. Мы поднимаемся на 4-й этаж в наш гараж, где наша машина стоит. И едем на знаменитый Ocean Drive. В этот дом, где жил Версачи, где он был убит. Знаменитый дизайнер Версачи, он там жил, он там был убит прямо на ступеньках своего дома. И сейчас там сделали, как я там ни разу не была, мой муж там очень хочет побывать. Там сделали, как я так поняла, и ресторан, и как небольшой музей. Мне будет тоже очень интересно там побывать, так что поехали. Вместе с нами. Да? Два попугая. Два попугая сидят на крыше. Ну, а у нас попытка номер 2. Попасть в дом к Версачи. Вот он уже. Не знаю, пустят нас сегодня или нет, посмотрим. Ну вот и он, дом Версачи в Майами. И сейчас мы с вами находимся именно на том месте, где и был убит знаменитый дизайнер. Ну что ж, давайте зайдем вовнутрь. Как я уже и говорила, после смерти Версачи в его доме осталось все так же, как и было при его жизни. Только теперь в этом доме открыт ресторан, в который, кстати, очень трудно попасть. Нужно делать заранее резервацию. Нам сегодня просто повезло, так как мы согласились посидеть возле бара буквально каких-то полчаса. Очень много интересной информации мы узнали от бармена, который нас обслуживал. Как он сказал, что этот ресторан настолько популярен среди туристов, которые приезжают в Майами, что в день бывает около 700 резерваций. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Безусловно, человек, который выкупил этот дом и сделал здесь не только музей, а еще и ресторан, конечно же, гений бизнеса. Представляете, какие деньги здесь зарабатываются? И хочу вам сказать, что несмотря на то, что это место, конечно, очень популярное и известное, цены здесь очень даже приемлемые. Точно такие же, как и в любом ресторане на Ocean Drive. Мы с мужем решили взять себе по напитку. Муж заказал виски с содой, я бутылочку минеральной воды. И так как мы были голодные, то решили взять пару каких-то аппетайзеров из вот такого красивого меню. Обслуживание здесь, конечно, на высшем уровне. Вы только посмотрите на этих ребят, какие они красавцы. Все улыбчивые, дружелюбные. Мы с мужем были, конечно, в восторге. Ah,
Eres un Cuba libre, eso. Gracias. Salud. Вот такое шикарное меню для бара в стиле Versace. Мы с мужем решили заказать наши любимые кальмары и салат севиче. Вот так выглядят аппетайзеры, которые мы заказали. Все было очень вкусно, подача шикарная. Мы с мужем остались довольны как едой, так и обслуживанием. А еще, когда мы заказывали напитки у бармена, мы поинтересовались, что находится на втором и третьем этаже. И парень нам рассказал, что это гостиничные номера. И, конечно же, мы не могли не спросить, какая цена на комнату в таком шикарном месте. Одна ночь в доме Versace будет стоить вам от 2 до 3 тысяч долларов. Бар, где мы были сегодня с мужем, находится в вестибюле дома Versace. А сейчас мы с мужем решили пройтись по ресторану. Вот так он выглядит. И сделать пару фотографий возле бассейна. Именно бассейн в доме Versace делает этот ресторан очень популярным. Много туристов хотят сделать фотографии именно возле этого бассейна. Как видите, чтобы сделать фотографию, здесь тоже нужно постоять в очереди и подождать, пока другие люди пофотографируются. Находясь сегодня в таком популярном и известном месте, мне, конечно же, хотелось исследовать в этом доме каждый уголок. И, конечно же, показать вам, мои зрители, что еще здесь есть интересного. Сейчас я иду в туалет. Вот такие вот красивые окна здесь. Находясь в самой туалетной комнате, я стояла и думала, вот когда-то здесь справлял нужду и сам великий Versace. А вот так выглядит мужская туалетная комната, где при входе стоит кресло барбера. Наверное, в этом кресле личный парикмахер подстригал известного модельера. Ну а мы с мужем еще немного потусовались возле бара, побеседовали с очаровашкой-бартендером, полюбовались еще раз вот этой красотой и потом уже поехали в свой отель. Ну а в конце этого ролика я хочу поблагодарить всех, кто его посмотрел. Буду благодарна за ваш лайк и комментарий.